Все будет хорошо. Всего три слова. Но кто-то их объединил, нашел. Что получилось? Крепкая основа. Она гласит: все будет хорошо. Когда в душе какие-то сомнения, к отчаянию, быть может, подошел, скажи три слова, сделай ударение. Всего на три. Все будет хорошо. Когда кому-то в этой жизни плохо, и он своей болью оглушен, пожалуйста, не слепни и не глохни. Скажи ему, все будет хорошо. И я сейчас скажу третьих слова тем, кто в наш дом сегодня не пришел. Они, я знаю, не совсем здоровы. Вы слышите? Все будет хорошо.